Серега, ты не знаю. Карла Маркса полностью завален. Короче, все шиково стоит, тут пробка такая огромная. Этого не сильно. Вот тут развалена жестко, конечно, машина. Она, видать, на голове ехала. Потому что пошкребан. Шиково перекрыто со стороны перед электромаш заводом. Она до конца электромаша, ну по всей стороне электромаш завода. Эта машина, видать, сверху проехала. На крыше, на боку. Вот это такие повреждения. Да, вот видно следы потертости, где машина ехала. Она, видать, проехала, а потом стала на два колеса. Ну, на четыре, вернее. На боку проехала, на крыше. То есть вся дорога перекрыта, когда там она освободится, непонятно. Да, перевертыш, да? Конечно, день у людей начался. Все машины херсонские. Это перекресток, как бы, ну, не такой серьезный. Ну, у нас, я когда и шел здесь, тут вообще пешеходная зона, как в старые времена. Все пешком идут, потому что троллейбусы все стоят. Вот тут 7 троллейбусов или 6 стоят, там целый ряд стоит. Так что, кто будет ехать, имейте в виду, тут с проездом проблемы. Пробка от Ганнибала стоит по Карла Маркса. Ну и все проезды вокруг тоже в пробках. Полицейский знакомый, подойду, спрошу, есть ли пострадавший. Здравствуйте, а пострадавший есть, нету? Нет, без комментариев. Все заняты. Мужчина в кепке, это водитель вот этого Мерседеса. Он за рулем сидел. А этот парень, я так понимаю, либо вот этого Форда, либо этого Фольксвагена. Полиция проводит опрос. Еще раз пройдемся, покажу, что тут произошло. Автомобиль пересекал Ушакова, Мерседес, у него передний бампер, ну короче, развалена морда вся. Так, дать какой-то работник, работяга, у него какая-то стремянка внутри. Вот тут вот автомобиль. Я думаю, скорее всего, что этот автомобиль пересекал Ушакова, а вот этот Volkswagen ехал по Ушакова. А эта машина просто стояла здесь, на светофоре. Вот этот мэр стукнул фольца, и фольц от смещения зацепил Форда. Зацепил Форда, вот здесь он поехал на правом боку и крыше.
И здесь уже стало, перевернулся на 4 колеса. Вот у него почесана бочина, передняя часть и там, где стекло счесано. Тут Мерса значок отлетел, валяется. Здесь он тоже видно подряпана в асфальте, такая глубокая, наверное, сантиметра полтора-два. Где-то он черканулся и встал потом на место. Понимаю, этот двигался по Ушакову, а этот ее пересекал. И где-то здесь произошло столкновение, вот здесь как раз мусор, обломки. Он как-то его понесло от удара в эту сторону. И потом чуть дальше перевернул и поставил на колеса. А пострадавших нет здесь, не? В больнице. А, в больнице, а кто? Турега. А, Турега. А вы видели, что произошло, не? Да, жаль, водитель Таурега пострадал. Здравствуйте, а вы участник событий, да? Да. А можете объяснить, что произошло? Стоял на красный свет. Загорелся зеленый, начал плавно. Вы здесь стояли, так и стояли, да? На стоп-линии, начал плавное движение. У меня вот как у водителя есть такая привычка на любой свет подождать и посмотреть. Посмотреть. Правильно, да. Да, даже просто сейчас он всех приедут с красным, у меня привычка. Главное, не главное. Не ну да, лучше пере это. Посмотрел налево, летит Мерседес. Ну, он ехал. Но я смотрю, он не останавливается. То есть я понимаю, что движение уже и на меня пошло, угу. Я поехал. Я смотрю, он летит. И уже ближе к середине выезжает по удару. А он ехал оттуда, получается? Да, на угу. Я же смотрю, он летит. Я понимаю, что столкновение уже будет. Угу. Я уже остановился, потому что, не знаю, ну, реакция сработала. Остановился, слышу удар. И я смотрю, это уже закидывает боком на меня. Угу. Я же понимаю, что он летит. Понимаю, что это удар будет. Прилет. Удар произошел. Остановился Кия, который ехал за Таурегом, но он не пострадал, он не пострадал. Я пока выбрался с машины, уже смотрю, водитель Таурега лежит на асфальте, Такая понял, спасибо вам большое. Вот участник события, как бы видите, у него правильная позиция, предусмотрительный водитель, объяснил, что произошло. Ну чуть дальше, чтобы было видно. Водитель Мерседеса пересекал Ушакова на красный свет. Ну, я так понимаю, что он прибавлял газу, потому что опаздывал. Ударил Туарег, Туарег стукнулся от эту машину и вылетел туда. Не ты хоть видался? А, не-не-не, слава богу. Вот так. Водитель в больнице, его вытащили. Ну, как вы слышали, кто не слышал. На глубокие прочесы по асфальту колесами ударился, здесь его занесло на машину, он стукнул, разрубал колесо, часть капота, двери, бампера, стекло разбито в автомобиле. Знаете, новый автомобиль, конечно, жалко. Задняя дверь тоже, по-моему, или примята, или один раз в больнице его люди вытянули с Торега. Не знаю, непонятно. Ну, это в него ударился. Он ехал вот этот тип на Туареге оттуда, на зеленый, а этот на красный. Вот этот нарушил? Не-не, этот просто стоял. Вот этот Мерс.
Мерседес? Ну да, говорят, что да. Тут камера есть, вон с банка камера, тут может будет видно уже. Да. Капец. Так что вот так. Ну давай сейчас слива. Давай, старина, сейчас слива. Так что надо пристёгиваться в автомобиле, это гарантия вашей безопасности. Потому что вроде все правила соблюдают, но как-то каждый где-то допускает ошибку. И потом выходят такие вот проблемы. Такое вот неприятное происшествие. Дай бог, чтобы водитель Туарега, с него по здоровью было все в порядке. Главное, чтобы страховка у всех была, чтобы траты покрылись. Хотя тут такие траты, что... Тут ущерб сильный. Отсюда двигался водитель Мерседеса. И вот здесь произошло столкновение с Фольксвагеном. Фольксваген кинула на Форда, чуть-чуть повернула на крыше, и он проехался и стал на 4 колеса дальше. Еще крупнее план. Volkswagen, вот это Ford. Mercedes развалины. Да, главное, чтобы были живы. Всем спасибо, что посмотрели. Всего доброго вам, всех благ. Не нарушайте правила дорожного движения, а то неприятно попадать в ДТП в эти. Это и растраты, и риски. Всего доброго.